Смотрю, Алексея на ходу, в общем, поехал он в Россию. Ну, тяжелая обстановка в Испании, конечно. Сейчас не время для переезда, вообще жопа. Ну, в общем, смотрите, вот это кесо фреско батито. Батито – это кесо фреско, но это вот по-нашему творог. И, ну, чтобы вы знали, что кесо фреско по-испански это напоминает творог. И батидо это взбитый, видите? Ну, там, видите, нету таких пупырышек, ну, потому что он взбитый. В общем, он оказался какой-то сильно кислый. Мне не нравится. Очень какой-то кислый, может он прокис, не знаю. Ну, в общем, кислый очень. И я решила сделать, не смогла это есть. Ну и сделаю тогда эти сырники. Вот у меня немножко здесь маргаринчик, два яйца. Этот у меня мука такая специальная для этих, для бискотча. Ну, я так делаю. Все по-разному делают. Это никакой не рецепт, а я так лично делаю все. Я знаю, сейчас тут знатоки опять налезут с рассказами. Тут это сразу с этим добавлено разрыхлитель, видите, мука. Ну, как она у нас, мука длинная, что ли у нас в России называется? Ну, вот сейчас сделаем. Яйца, сахарочек. Блин, вчера я была в магазине и забыла сахар купить. Ладно, у меня заначка есть. Видите, в такой банке заначка есть. На такие случаи. Ну, так вот я делаю. И соль у меня тоже так же есть, заначка соли. На всякий случай. В общем, я буду их делать как оладушки, видите? Как оладушки сейчас и все. Правда, вот у меня сметаны нет. Ну, ладно. Без сметаны. Смотрите, это мамина. Я маминой пользуюсь. То есть у меня все это... Я всем пользуюсь, чем... Что привезла от нее, ничего не лежит. Пользуюсь, вспоминаю маму. А запах уже сырниками пахнет. Такой запах прям родной. О, сейчас я как покушаю, как вкусно. Блин, так давно... Что я не делаю, блин? Да я все из-за того, что вот мне боюсь поправляться, вообще уже все стряпать забыла как. Вкусные такие, воздушные. Смотрите, какие воздушные. Вкусно. Жалко, сметаны нет. Ну ладно. Муа. Муся. Ну ладно. Это я положу в холодильник. Ну, потому что сейчас все настряпаю, потом будет валяться. Все выкину. Лучше я это в холодильник положу. Варенье есть. Видите, фреса. Клубничное варенье. Жалко, конечно, что сметана по-испански. Йогур Грего. Это если так, на всякий случай. Я все уже почти не хожу в русский магазин. Я не знаю, я уже... Ну, видите, я уже 15 лет здесь живу. И у меня просто поменялся вкус и все. Не поменялся. Я предпочитаю сейчас... Ну, не знаю, как так получилось, что мне теперь больше нравятся каталонские продукты, испанские, чем русские. Ну, ладно, до свидания. Сейчас я поужинаю, это будет у меня такой ужин. Ну, сейчас еще 7 часов вечера. Вот. И сейчас я сяду и буду делать. Как вообще супер. Что-то я сегодня себя как-то нехорошо чувствую. Не пойду сегодня на море. Мне кажется, я это вчера перекупалась. Вчера с утра. Нет, когда это я ходила? А, я вчера в бассейн ходила. Что-то переусердствовала. Не надо так.
Ну ладно, сейчас доделаю. Тут две у меня остались. Под крышкой сделаю. Когда они под крышкой, они тогда поднимаются. Вот если хотите, чтобы у вас поднимались хорошо, надо под крышкой обязательно делать. Ну ладно, до свидания.